На расширенном заседании Кабинета министров Чувашии обсудили итоги социально-экономического развития республики в 2014 году. В зале Дома правительства собрались не только руководители министерств. Сюда были приглашены депутаты, предприниматели, банкиры и общественные лидеры. Об итогах и планах в сюжете Елены Гальпериной. Открывая заседание, глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, практически по всем показателям 2014 год получился лучше, чем 2013. Выросли индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, оборот розничной торговли, реальные денежные доходы населения. Удалось сохранить лидерские позиции и в строительстве жилья. Касаясь строительной отрасли, в прошлом году по предварительной оценке на 10% увеличились объемы строительных материалов, произведенных предприятиями Чувашской республики. В прошлом году республика вошла в число участников программы «Жилье для российской семьи». Что нам это дает? Участники данной программы получат безвозмездные финансовые средства в расчете 4000 рублей за 1 квадратный метр введенного жилья после подписания государственных контрактов. Конечно, прошедший год выдался непростым, однако многим предприятиям удалось не только сохранить, но и увеличить производительность труда, инвестиционные программы, объемы научно-исследовательских разработок. Благодаря поддержке правительства республики увеличились объемы госзаказа, как это произошло на Шумерлинском заводе спецавтофургонов. В 2014 году наряду с прочими мы достойно выполнили два важнейших государственных оборонных заказа. Это позволило заводу в текущем году получить от Министерства обороны новые заказы. Некоторые предприятия республики смогли повернуть неблагоприятную экономическую ситуацию в свою пользу, точнее, увидеть образовавшиеся возможности и адекватно отреагировать. Надо признаться, девальвация российского рубля, произошедшая в четвертом квартале прошлого года, начала положительно сказываться на конкурентоспособности техники, выпускаемой нашим заводом, как на мировых рынках, так и на внутрироссийском. Это дает ожидания по росту экспортных продаж в 2015 году. Ну, на рассмотрении у нас сегодня уже находится, как бы часть подписана, это заказы порядка более чем 30 машин в 5 стран мира. Подготовку к кризису, если можно так выразиться, в Чувашии начали заблаговременно, еще в апреле прошлого года. Был разработан комплекс мер, и товаропроизводители смогли создать подушки безопасности, запасы прочности, подтянуть другие резервы. Несмотря на рост цен, посевная кампания 2015 по сравнению с прошлым годом обещает быть более успешной. Обеспеченность посевным материалом больше, его кондиционность выше. Единственное, что повлияло на активность аграриев – подскочившие ставки по кредитам. Но руководитель Минсельхоза Чувашии успокоил коллег. Правительством Российской Федерации 27 января было принято решение по субсидированию процент ставок по кредитам, исходя из ключевой ставки. Вот по краткосрочным кредитам мы теперь будем субсидировать от 17,4 до 17,6% процентов. То есть основная ставка, которая ляжет на сельхозтоваропроизводителя, это где-то от 6-5%. Я считаю, что это, уже приемлемая ставка. На расширенном заседании были подведены итоги экономического соревнования между предприятиями республики. В своих номинациях победителями признаны АКОНТ, Шумерлинский завод спецавтомобилей, ОАО «Лента» и Ядринский кирпичный завод. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев. Республика.